К слову, именно Карткировский район должен стать пилотным в реализации нового проекта. Так называемый социальный семейный контракт сейчас разрабатывает региональный Минтруд. Смысл в том, что семьи с доходом ниже прожиточного уровня будут получать ощутимую материальную поддержку, но при соблюдении ряда условий. Главное – избавиться от статуса неблагополучной. Такой метод, если не кнута, но пряника, должен стать эффективным. Новизна подхода в том, что государство предполагает изменить подход к выделению этих денег. Для чего? Например, есть семья, которая никогда же не жила хорошо по разным причинам. И у нее стремления нет, по сути, к этому. А здесь, получая определенную сумму, я не хочу ее называть, она там индивидуальная, еще будет обсчитываться, это еще проект, еще только министерство и правительство будут готовить и законопроекты, потом постановление правительства, это впереди еще работа. Поэтому тут, наверное, рано пока говорить о цифрах, но сумма будет ощутимая. И это даст возможность изменить качество жизни в каждой конкретной семье. И предполагается, что семья после того, когда она станет жить лучше, ощутит иные, и попробует, другие стандарты качества жизни, она потом не захочет опять скатываться, ниже. Старта реализации программы можно ожидать уже в этом году. Всю нормативную базу утвердят этим летом.